В общем, народ, сутки прошли после матча, после выпуска. Честно говоря, не хотелось заливать этот выпуск, делать вообще этот влог, несмотря на то, что на подготовку я угрохал достаточно много времени, как бы, да. Мало спал, 4 часа за 3 последних суток. Матч получился просто ужасный. Ей-богу, хотел отказаться от выпуска. 90 минут, 0 голевых моментов. И я уж подумал, все, короче, пойду на ЦСКА, Спартак, перезапишу и сделаю как бы первый выпуск сезона. Но все-таки так немножко остепенился и подумал, что какие-то моменты я все равно вставлю. Много голевых моментов не получилось, конечно. Да, команды занимались чем угодно, но не играли в футбол. Одно пенальти за весь матч, наверное, это слишком. Атмосфера мне понравилась на веб-арене. То есть, да, в этой связи все здорово было организовано. В общем, поддержите лайком, пишите комментарии. Я, правда, старался, уж извините, что выпуск получился таким коротким. Но нечего вставлять, не было вообще моментов голевых. А за 90 минут на двоих 0 моментов, это слишком. Поддержите лайком за старания, за труды. Приятного просмотра. В общем, едем на игру. Опаздываем немножко, первые 15 минут плюс-минус пропустим. Немножко осталось. Да? Сколько там? 19 минут. 19 минут. А матч уже через 7. Короче, такие дела, ребята. Ну, свое мнение скажу по матчу. Я думаю, что ЦСКА выиграет со счетом 2-1. В общем, я точный счет уже давал, как бы я говорил, да? Что ЦСКА 2-1 должен победить. А там посмотрим, как на деле сложится. Снимайте.
досмотр не только меня. А у меня камера в руках была. Очка, ну или они камеры. Типа у меня привилегии. Вот, смотри, видишь там? Мы сейчас поехали на футбол, короче. И выиграли, короче, Спартак, ЦСКА, блядь. У меня, короче, шарф был. Был шарф, типа, это Барселон, понял? А он по цветам, пиздец, как позвольте сказать. Короче, наш пиздец, у него основной меня чуть не напрямую, короче, фанаты, что-то такая, ну, было. Я давно, на самом деле, конечно, мечтал попасть в футбол. Просто работа, собственно, семейная жизнь. Ну, вот сегодня с горем пополам, но попал. Да, да. Первый не ставит, поэтому тогда не сделал. Жестко пишу.
больше это интересно, да? Короче, скучный первый тайм, кроме пенальти. Ты помнишь вообще какой-то момент? Я момент помню, как сорвали атаку, блядь. Понял, мотивы. Когда он ему желтую, да, дал? Да. Я еще подумал, что сейчас он пойдет красную смотреть, а он пенальти. Я тоже так подумал, блядь. Что там случилось? Я даже не понял, что там случилось. Ну ты видел, мы просто так сидим, как бы, да, вот да, нам не видно те ворота. Да, ну я в экран смотрю. Сколько там время? 28. По идее сейчас 10 минут надо идти. Пойдем сейчас.
В общем, матч был ни о чем. Саша говорит, ему понравилось. За долгое время действительно охеренный, мне кажется, матч, потому что я давным-давно не был на футболе. Охеренный матч, ребят, один пенальти из моментов на двоих за весь матч. Хороший матч. Интересно, смотрите российский футбол. Кто-нибудь ставил на 1-0 тебя? Нет. Я никто не ставил. Никто не ставил. Это значит, что я никому деньги переводить не буду. Не, ну там кто-то был близко. 2-0 думали, короче, будет, да? Ну, один. Я не клянусь, когда ты на машине задал вопрос, типа, блядь, ну, какой счет будет. Я клянусь, что мне первый гол, что 1-0. Понял. Но я подумал, что думал, блядь, без блока вроде тоже неплохо играли в последний день. Я знал, слышал. Блядь, 2-1. Короче, 2-1. Дай бог, полтора, 2-1. Ну согласись, я лично больше вот дал, ну честно. А? Ну, объективно. Ну, блин, объективно, да, блядь. Моментов не было, понимаешь? Да, да, да. Не хватало. Ладно, счет, там они могут 0-0 сыграть, но знаешь, по игре какие моменты, прям вот интересно прям смотреть. А Локомотив Рейл, она такая пиявичная команда. Она первый тайм ни хрена не играла, как бы, да? А второй там ЦСКА им как бы дал мяч, но они не знали, что с ним делать. Понимаешь, да? Да, блин. Бля, у Лока что-то, да, как-то. Ну, у них нормальный вратарь. Илья. Да, да. Ну смотри, он пропустил только с пенальти. Ну, хотя, с другой стороны, у ЦСКА моментов не было. Таких вот прям явных, правильно? Да. Какие-то подходы у них там были, но сказать, что вот как он там не забил, ну такого же не было, правильно? И у Локомотива за весь матч такого не было. Поэтому я говорю, что игра мне не понравилась. Атмосфера мне понравилась. Прикольная, да? Интересно. Да, сидеть. Да. Короче, такие. Значит, что бабки я никому переводить не буду, никто счет не угадал. Понимаешь? Короче, 10 минут иди до тачки. Ну чё, бля. Короче, вот такой вот ролик был, ребят. Сейчас мы до тачки идем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это первый выпуск был. Все, всем удачи, всем пока.